Кто из вас октопод? Тихо, дайте послушать. Сейчас, погоди. АМДМЕ. А, Е просто, конечно. Невершин уровень, блять, колпак. А батоны нынче хреновые стали делать. Я не понял, я ж приказал, чтобы анекдот рассказывать. Чего ни одного анекдота нету? Так, там, блядь... Волыну убрал! Волыну спрячь! Волыну убери. Так, тут Сидорович. Надо поговорить с ним. Короче, мяч и наи. Выполнишь для меня пару заданий? А можно его убить после этого, не? Я с ним поговорил. Ну, благодарить тебя не будешь. Проходи, не затяживайся. Надо опять найти документы. Иди свою дорогу, Столк. Бежи, моя вечная игра. Там есть кто-то, зомби вижу. 12. Ага. Ведь поставил нас смотреть аккуратно из леса. Принял. Побегать. Альфа, займи. Очень тесное, блядь, помещение нахуй. Альфа справа, Альфа. Они там все сами стреляют. Сука, пирог, блядь. У меня есть охуительная идея. Пирог, у тебя же взрывчатка есть, да? Да. Дорогу дать не подойти, да. Короче, Пирог, ты сейчас пробежишь вперед, поставишь взрывчатку и бежишь обратно. Окей, только скажи, чтобы цисфайр был. Да. Альфа, Браво, прекратите пока огонь. Браво, прекратите огонь. Прекратите огонь. Альфа, Браво, прекратите огонь. Чего? Ну, я пирога на смерть послал. Нет. Чего я пошла? Пирог, дальше, пирог, блядь! Блядь, они кого-то обходят его. Пирог, ебаш! Открывайте огонь после дыма, как дым рассеется. Так, патроны у нас кончаются, а документов мы еще даже не начали идти. Блядь, что, предлагаешь нахрен чай прям через забей подвигаться? Смотрите по сторонам. Представляете? Новое задание. Мы заходим внутрь города, попутно отстреливая зомби. Мы заходим внутрь города и отстреливаем зомби одновременно. Идем медленно. Никто вперед не проходит, близко к зомбям не подходит. Альфа на левой стороне, право. Алия вперед. Ложись. Блять, у меня оружие заклинило. Сыр.
Ок. Нихуя себе автоматиком! Тратить сильно патронов. Окей. Okay. Куда ты уходишь? Вернись в строй. Блять, что делать, если оружие запылено, не слышу? Shift E. Хороший дело вообще очень. Все, проходи. Кто вышел из строя? Вернись. Ну давай, берись из строя. Так, давайте. Бесполезные куски говна выбирались. Браво, не отставать. С какой стороны? А, ну короче, давай сегодня здесь пройдем, да. Пацаны, девушка. Пацаны, 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 аккуратней стреляйте. Сколько раз повторять, чтобы не отставали. Блядь, меня последний раз. Порно 240. Продолжаем движение, брал, брал. Стой, стой, не двигайся, не двигайся. Двигаемся. 240. Право, занимаем позицию, отстреливаемся. Держим позицию. А почему ты один? Смотрите по сторонам. Смотрите по сторонам, зомби вылазят из земли, они могут у вас за спиной вылезть. Они могут вылезти из спины, осторожнее. Продвигаться с тобой? Мы держим позицию, сколько раз повторять? Ну зачем? Да фраги набиваем, хуйня. Угу. Примите всех убить, патроны сохраните. Жак сзади! Соберитесь! Я пуст. Грена! Так, всем. Стреливайте их, чё за молчали? Звуки выстрелов. Баллов нету, командир. Нечего их расстреливать, как долбоёбы. Какие еще нахуй документы? Ну, которые мы пришли сюда забирать? В смысле, какие еще нахуй бандиты? Ну, блядь, которые будут по нас стрелять?
занять позицию. Верить Пидорович, что надвигаются бандиты. 18. Проходим вперед, не останавливаемся. Дальше, дальше. Бегаем быстрее. Сзади не оставайте, сзади, блин, не оставайте. Не оставайте, пацаны, кто там сзади. Блять, где-то рядом бандиты. В конце дороги, по-моему. Рядом с нами. Пацаны, не отставайте. Ой, впереди, блядь. Бандиты. И не бегай теперь стволами, ну ебаный, блядь. Пипирог. Быстрее проходим, не тормозим, быстрее. Пойдем дальше, не тормозим. Там бандиты впереди на 12 часов. Сзади тоже. Понимаете стройку. Дяй, пал. Ёб твою мать. В укрытие. Команд, на саусе зомби. Нахуй ты ложишься. Все, выходи. На стройке, блядь, не цепляйся. Группа Альфа, заходите в стройку, занимайте лёд. Блядь, чист, аккуратно. Захожу в двери. Свечу отстрелю. Крейчер сзади, крейчер. Че? Он из земли, что ли, блядь? Да, из земли. Сука, пирог! Там за альфой, потихоньку. Не надо лутать, зомби, что вы делаете? Браво, все, за альфой, за альфой. Берем на такое расстояние. Блядь. Идем потихоньку за альфой. Хотя как потихоньку, пацаны, побегаем. Что, у него рашки есть, собственно? Да, я наговорил, можешь у меня забрать из бэкпэка. Сейчас, кто там, кому нужны рашки? Двигаемся дальше по дороге. А есть тут бэкпэки какие-нибудь, магазины? Он документы взял. Он отдает. Мужик, дай магазинов пару, а? Ты их призываешь.